Сегодня 4 августа. Уборка озимой пшеницы сорт Алексеич. Местами еще флаговый лист зеленый. От посадки пшеница полегла. Озимой пшеницы сорт Алексеич. Сегодня 5 августа. Урожайность в пределах 84 центнеров. Это уже, можно сказать, то, что осталось от поля, 200 гектар. То есть на данный момент где-то вот такая урожайность. Уже третий день на этом поле. Убирают комбайны четыре торума, три 780-х, один 750-й и пятый, и John Deere, это пятый комбайн, STS. У всех 9-метровые жатки. Такой массой скорость, ну, 4-4,5 это предел. Утром даже СТС давится, идет не более 4 километров.